Привет, сегодня 13 сентября, суббота, 13 тема видеомарафона, она называется ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач Генриха Альтшулера. Итак, очень кратко о том, что это и к чему. Генрих Альтшулер изобрел теорию решения изобретательских задач для различных промышленных фабрик, для заводов, для каких-то инженерных компаний для конструкторских бюро, для того, чтобы они могли решать трудные, сложные технические задачи. Эту теорию потом много раз модернизировали. Она очень понравилась американцам. Насколько мне известно, Альт Шудлер уехал в Америку, где стал чуть ли не национальным героем, и сейчас его работы изучают все инженеры, которые получают высшее образование. У нас же в России он менее популярен, хотя он россиянин. И написал это, и опубликовался именно в России. Итак. Теория решения изобретательских задач, сокращенно ТРИЗ, имеет промышленное применение как основную цель, но совсем недавно наши специалисты по саморазвитию додумались применять ее и в обычной жизни. В обычной жизни его систему немного видоизменили, взяли только то, что можно применять для повседневного использования. Итак, она состоит, эта теория, всего из трех постулатов. Постулат номер один. Не существует проблем. Есть задачи и любые задачи, соответственно, решаемы. Если вы знаете английский язык, то, наверное, в курсе, что задача по-английски это проблем. То есть, в принципе, у них проблем в Америке нет, у них есть задача. У меня такая проблема, у меня тут проблема, у меня со здоровьем проблема. Русские люди любят это говорить и ничего не делать. А если бы они говорили: у меня со здоровьем есть пара задач, которые нужно решить у меня там с родственниками намечается парочка задач, у меня в образовании скопилось несколько задач, то совсем по-другому звучит, как будто, блин, ну, задача, ну, вот сейчас соберусь там, все сделаю, несложно ничего тематически. Второй постулат. Все, что нужно для решения задачи, как правило, находится прямо рядом с вами, в легкодоступной или даже бесплатной форме. То есть вы должны просто оглядеться, Посмотреть по сторонам и использовать то, что у вас уже есть. Как правило, почти всегда природа сделала и сама судьба делает так, что все, что нужно, у вас уже есть. Третье правило. Люди, как правило, чаще всего и в большинстве случаев не используют те самые бесплатные или сверхдешевые или легкодоступные ресурсы вокруг них, а ищут какие-то изощренные способы достижения целей, игнорируя самый простой путь. Вот и все. Вот и вся теория решения изобретательских задач. Ее можно применять в любых отраслях жизни. Например, попытайтесь применить ее для решения следующей задачи. Эту задачу не решил э, ни один человек в жизни без моих подсказок. Она кажется многим нереальной. Но если вы просто попробуете использовать какие-то элементарные вещи, которые вы почему-то отбрасываете из своего ума, то вы легко ее решите. Итак, задача. Турист приезжает в гостиницу, но он забыл деньги. У него есть цепочка из шести звеньев. И хозяин гостиницы готов принимать оплату в форме одно звено за один день. Но он поставил условия. Ему нужно, чтобы турист расплачивался каждый день новым звеном. То есть один день, один звено, одно звено. Нельзя заплатить за 6 дней вперед, за 5 и подобное. У туриста и так цепочка из 6 звеньев. Каждый день нужно расплачиваться по курсу один день, одно звено. Оплату производить ежедневно. И вы, наверное, уже подумали, что нужно просто взять эту цепочку и распилить все звенья, да расплачиваться ими. Ну, так и есть. Но хозяин гостиницы сказал, что больше одного звена распиленного он не примет. Собственно, как туристу отдыхать в этой гостинице на протяжении пяти дней? Он легко решил эту задачу. Хотя, когда мы прочитали ее еще несколько месяцев назад с Данилом Протковым, после 30 минут размышлений мы решили, что она не может вообще иметь решение. Я предлагаю всем, кто хочет подумать сейчас, как решать эту задачу, остановить видео, потому что сейчас я расскажу о применении Три за для ее решения. Итак, останавливайте. А если нет, то я говорю ответ. Итак, ответ на эту задачу. Вы уже, наверное, поняли, что э, распилить шестизвенную цепочку он может по принципу одно звено плюс 5, либо два звена, одно звено 3, либо 3, одно, два. В любом случае он э, может распуститься только этим одним звеном в первый день. И куда ему деть 2 и 3, непонятно. Он не может их использовать. Это провал. Во-первых, мы применяем триз, и понимаем, что не существует нерешаемых задач. Задача есть, значит, мы легко найдем решение. И теперь, вместо того, чтобы искать хитрые планы, обмануть владельца гостиницы, мы используем, как, как начинаем размышлять, какие простые методы мы где-то упустили. Что это может быть? Мы не додумались сами, а прочитали в ответе. И простой метод, который почему-то все люди, все люди выкидывают в этой задаче. Называется э, сдача. Почему-то никто не думает о сдаче. То есть э, как поступил турист, он принес первое он разрезал цепочку в пропорции э, 2, 1, 3. То есть он разрезал третье звено. Э, у него получилось 2 сцепленных, потом одно и три сцепленных. И как же он расплатится? В первый день он расплатился распиленным звеном. А во второй день он принес два звена и отдал их. Получил сдачу первое звено. Понимаете? Но в следующий день он принес три звена и получил сдачу два звена. И так далее. Потом он снова расплатился одним. Ну, там все уже легко решаемо. Суть не, не о том. Суть о том, что почему-то все, кто решают эту никогда не думают о том, что он ведь может сдавать сдачу. Давать сдачу. Никак я это не ограничивал задачи. Вот ну, такие дела. И поэтому э, с тех пор, как я узнал о теории решения изобретательских задач... Альтшулера я пытаюсь не искать хитро вымудренные рецепты решения своих задач и проблем, а просто осматриваюсь вокруг, как часто бывает, даже вопросы строительного характера можно решить, не посещая магазин. Как правило, в жизни уже сейчас есть все вокруг вас. Фильм, я, к сожалению, не могу вспомнить название. 2000, по -моему, 2013 года, где главной героине в психушке хотели сделать лоботомию, а она попадала в различные времена и в форме, и сражалась с самураями и фашистами, в конце самого фильма, в самом конце фильма, она говорит, что уже сейчас у вас есть все оружие, чтобы победить в жизни. Нужно просто его использовать. Развиваться, искать и самосовершенствоваться в плане улучшения своих навыков не нужно. Все, что нужно для счастливой жизни, есть у вас прямо сейчас. Всем до завтра.